Желающих сделать мир лучше множество, и мы, краснодарцы, в их числе, потому что делаем наш город чище и зеленее, как я уже говорил. Призыв главы Краснодара Евгения Первышева поддержать челлендж по уборке мусора подхватила еще одна строительная компания. Напомним, идея проста. Навести порядок на каком-то не очень приятном участке городской территории и выложить фото с плодами своих трудов в социальные сети. Так здорово, что краснодарцы активно подхватили эту эстафету. Уже наслаждаются чистотой жители в поселках Знаменском, Новознаменском, Пригородном и хуторе Ленина. Накануне и лесополоса на территории поселка Краснодарского преобразилась в лучшую сторону. 70 человек и 6 единиц строительной техники собрали на территории вдоль улицы Кирилла Росинского более 100 кубометров мусора, который копился здесь не один год. Наша компания с удовольствием поддержала инициативу главы города по наведению порядка и присоединилась к мировой акции по уборке. Считаем, что если каждая компания, каждый человек присоединится к этой акции и наведет порядок хотя бы на маленьком отдельном кусочке, это поможет нашему городу стать еще чище, еще комфортнее, еще приятнее. Всего за месяц в Краснодаре к акции «Трэштег» присоединились уже более 10 компаний и организаций, коллективы которых расчистили от мусора зеленые зоны и другие территории. Напомним, Всекубанский и Общегородской субботник состоится 13 апреля, но не обязательно ждать особого повода, чтобы сделать наш город лучше. Ведь его чистота в первую очередь зависит от нас самих.